Это история о великом злодее, сумевшем победить величайшего детектива Шерлока Холмса. Математичка! Вкусный чай. На кого ставим? На победителя, на кого еще? Ну ладно. Конь, принадлежащий Джону Стрейкеру, возьмет приз. Ну ладно. Помогите мне советом. Цветы, что я продаю, вянут дома на глазах за пальцы воды. Давай по новой. Это поможет. Я сижу. Лица, здесь лица-то. Вот, с этой книгой мне подарил мистер Альберт. Я не видел этих двоих раньше. Ну ладно. Вкусный чай. Я прогуливался по деревне и в итоге заблудился. Впрочем, ничего нового. Вкусный чай. Что я, по-вашему, должен был тогда сделать? Я должен. Хочу пить вино. Чайный вечер в оранжерее, как и договаривались. Думаю, мы отлично проведем время. Мы тебя отравим. А ты и не заметишь. Вкусный чай. Так. Понятно? Нет! Мыслительный процесс. Да. Однако, кое-что мы можем начать делать уже сейчас. Окунуть Лондон в пучину хаоса, превратив его в настоящий преступный мир. Дед, выпей уже таблетки, нас скоро всех убьют. Ты бы разделся, жарко будет. Как я уже сказал... Это очень интересно. Люди — национальные существа, и действуют зачастую под их властью. Да, это, конечно, не Самара. О, благодарю. Мое имя Мориарти. Ты это делаешь зря. Хочешь я разобить тебе хлебальник, ня? Сумейте и его род занятий угадать. Его профессия. Он не работает. Он лентяй. Позвольте мне определить вашу профессию. Ты говнюк и всегда им был. О, Мориарти, что-то случилось? На вас прямо лица нет. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. И послали же боги квартиранта. Миссис Хадсон, не стоит хмуриться, морщины будут. Что сказал? Потрясающий массаж в исполнении мастера. Стэмфорд, может, ты чего посоветуешь? Может, он захочет? Вкусный чай. Пульс вроде в норме. Да и температура тела тоже. Трахея пуста, дышать не мешает ничего. Сколько времени? 10:05 утра. Лестрейд, ты чего там застыл столбом? А? Я дома сижу, лежу, сижу, лежу. Ты что делаешь, дурак? А? Паук сидит, я его... Уходи, паук! Выход там! Эй! Профессор. А когда пересдача? Через месяц. Я рад, что моя шутка вам так понравилась. О да, мы с тобой определенно сумели найти общий язык. Жизнь класс. Как же классно жить. Всю жизнь живу и не тужу. Это около 80 миль. Получается? У нас 48 минут. Вот именно. Look at this dude. No. I don't care.